Привет, ребята! Вы готовы отправиться в кулинарное путешествие по нашей стране? Отлично! Нет-нет, вам не понадобятся рюкзаки и чемоданы. А вот лопатки и венчики, кастрюльки и сковородки, разделочные доски и ножи вам пригодятся. Готовы? Отлично! Тогда прямо сейчас мы начинаем. Итак, с вами Роман Ладнев и секреты маленького шефа. Сегодня мы можем узнать, какую рыбу готовят на Сахалине. Или выяснить, из чего делают жаркое в Тыве. Захотим, научимся делать салаты, традиционные для Черноземья. Или сварим суп, который подают в Саратовской области. Все секреты блюд со всех уголков нашей страны хранятся здесь, в кулинарном путеводителе. Здесь и первые, и вторые блюда, и даже компоты. Смотрите, все аккуратно разложено по алфавиту. И – Ивановская область, К – Костромская область, Т – Тульская область. Осталось только выбрать регион, в который мы отправимся в путешествие, и кухню которого будем изучать. И по традиции этот выбор я перекладываю на плечи помощника. Это Даша Мартынова. Ей 10 лет. Даша обожает готовить и танцевать. А когда вырастет, планирует стать ведущей кулинарной программы. А это Лена Купцова. Ей 12 лет. Лена занимается гимнастикой, хореографией и мечтает выучить много иностранных языков. Привет, девчонки! Привет! Ну, рассказывайте о ваших кулинарных путешествиях. Какие у вас случились кулинарные открытия? Я была в Саратове очень много раз. В Сочи 3 раза. В Казани, в Самаре и в Саратове я попробовала соленый арбуз. О, ничего себе! А ты что пробовала? Я была в Великом Устюге 6 раз. В Сочи, в Крыму, в Анапе, в Геленджике. И попробовала в Великом Устюге Деда Мороза мороженое с клюквой. Мороженое с клюквой. Дедушка Мороз сам готовил? Ну да, но у него на фабрике. Молодцы, девчонки. А что же мы с вами сегодня будем готовить? А главное, куда отправимся, а? Нет, на чем? Может быть, поколдуем уже? Бублики, ватрушки, устроим покатушки! Стоп! Это что такое? Так, у меня на кухне всегда порядочек, всегда чисто. Зачем нам метла? Догадался! Это же не просто метла. Это транспортное средство. Мы же хотели транспортное средство, правда? Да. А это волшебная метла. И сейчас, скорее хватайтесь, она нас унесет в игровую! Тормози! Мы с вами и долетели. А куда же мы с вами прилетели? К сундуку. К сундуку? Мурчур, открывайте сами, я боюсь. Вау! Что такое там? Карточки. А, карты! Это регионы нашей страны. Сейчас мы будем вытаскивать наугад любой регион. И тот регион, который мы вытащим, и будет объектом нашего исследования. А кто же будет вытаскивать регион? Давай, Даш, первая. Хорошо, Даш, давай, вытягивай. И куда же мы сегодня отправляемся? Барабанная дробь. Белгород. Белогорье или Белгородская область. Именно туда мы с вами сегодня отправляемся. А знаете, что в Белгородской области есть и огромные старинные пещеры, и древние городища. Там растет панский дуб, которому более 500 лет. Ого! Ну-ка, найдите мне Белгородскую область на карте. Вот она! Вот она! Клейте веселого поваренка. Ну, а мы с вами отправляемся в путешествие по Белгородской области. Полетели! Оп! И долетели. Так, метла, отдохни пока немножечко. Ну, а мы с вами прилетели в Белгородскую область. Здесь добрых гостей встречают караваем или хлебом с солью. Здесь множество русских блюд, только готовят их немножечко на свой лад. Первое блюдо, с которым бы я хотел вас познакомить, это каша красная. Готовят ее из петуха, гречки с морковкой и луком. Вкуснотища. Петуха. О, да.
Следующее блюдо, которое мне очень нравится в белгородской кухне, это ландорики. А что такое ландорики, как вы думаете? На вареники похоже. Похоже на вареники или на пирожки. Или на пирожки. Да, это такие пирожки с картошкой. И следующее блюдо... Это суп какой-то. Это суп, да. Это первое блюдо. Называется оно ботвинья. Готовят его из рыбы, огурца, зелени и вареной ботвы свеклы. Так необычно. Да, собственно, поэтому его и называют ботвинья. Одно из моих любимейших блюд белгородской кухни – это кулебяка. Кулебяка – это такой закрытый пирог с начинкой. И следующее блюдо… Суп с грибами. Это грибы в сметане. Ого. Как вкусно их готовят на Белгородчине. Это не все блюда белгородской кухни, а только мои любимые. А вот 100, или, наверное, даже нет, 1000 рецептов белгородской кухни хранится в моем кулинарном путеводителе. Осталось только открыть и выбрать блюдо. А кто будет открывать путеводитель? Я! Давайте попробуем немножечко поиграть и определиться, кто же будет читать рецепт первого блюда. Давайте. Согласны? Давайте. А ну-ка, метла, неси-ка нас в игровую. Хватайте, хватайте! Какая реактивная у нас метла, а? Резвая. Мы с вами прибыли в игровую, а поскольку наше путешествие происходит по Белгородской области, да. Как вы думаете, кто самый ответственный за чистоту в Белгороде? Дворники. Дворники. Ну, они же метут улицу. Я у них узнал о старинной игре. Называется она «Попади в шапку». Давным-давно они ставили шапку, ну, чтобы хоть как-то развлечься, да. Находили всякий мусор. Они по очереди закидывали этот мусор в шапку. Кто больше своих мусорных вещичек набросает в шапку, тот и победил. Совершенно верно. Предлагаю и вам устроить такое маленькое состязание. Поиграть в «Попади в шапку». Согласны? Да! Первый бросает Даша. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9! Слушай, ну это абсолютный результат, Даш. Лен, тебе придется нелегко. Да, конечно. Ай, мимо, ну что ты, соберись. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Опять мимо. Да, я думаю, что заслуженно мы присуждаем победу в этой игре. Даша, давай устроим аплодисменты. Кажется, наша метла опять занервничала и хочет нас прокатить. Хватайтесь быстрее, хватайтесь. Полетели! Как скачет-то метла, ох, да. Подпрыгивает на поворотах. Так, метла, ну иди пока, полетай-ка куда-нибудь. Ну, а пока наша метла полетела на прогулку, мы с вами будем читать рецепт первого блюда. Напомните-ка мне, кто победил в первой игре? Я. Так что ж ты стоишь? Открывай кулинарный путеводитель и скорее читай рецепт первого блюда. Я выбрала ушное. Обжарьте кусочки мяса на сковороде и переложите в горшочек. Затем отправьте туда же нарезанный лук, морковь и репу. Добавьте чеснок, перец, лавровый лист, залейте горячей водой и готовьте в духовке при температуре 160 градусов 2,5 часа. Замечательно. Ставь на место кулинарный путеводитель. Даш, ты выбрала вкуснейшую русскую похлебку. Самое время выставлять продукты. Да. Давайте. Трах, тибидох, тибидох. Продукты выставляем. Фартуки на месте. Продукты. На месте. На месте. Смотрите-ка, что у нас здесь еще и появилось, а? Настоящие белгородские свистульки. А как вы думаете, для чего они нам? Чтобы помогать. Чтобы было веселее готовить. Я предлагаю начать с морковки. Ага. Держите вот морковку. А вот вам терочки. Начинайте натирать морковку.
Друзья, я не устаю вам напоминать, что пользоваться теркой дети должны под присмотром взрослых. Смотрите-ка, я все, у меня остался я вот такой... Я почти тоже. Да, мне вот такой вот маленький кусочек морковки остался. Как вы думаете, а что с ним можно сделать? Съесть. Верно. Я тоже. А у меня большой. Большой? Дай-ка я быстро с ним расправлюсь. А вы пока сыграйте мне на свистульке и трещотках. По-моему, очень здорово. Кстати, а знаете, кто пользовался вот такой трещоткой в Белгородской области в древности? Нет. Этим инструментом пользовались латошники. Ну, это такие уличные торговцы. А что они продавали? Пряники. Пряники, да. Ватрушки. Хорошо. Давай ты будешь продавать пряники и ватрушки. Даша, а что будешь ты продавать? Платки. Платки, да, точно. Так, начинаем? Да. Латошники, зазывайте народ. Пряники, ватрушки! Ватрушки, платки. Пряники, платки. Пуховые, покупайте! Новые! А вот кому конька-горбунка? Конька-горбунка, кому подходи, налетай! Ну, я как будто бы побывал прямо на старинном рынке на Белгородчине. Здорово, правда? Ага. Да. Морковка натерлась? Да. Терки нам уже не пригодятся. А теперь мы будем нарезать репку. Держите репку. Спасибо. Друзья, а я напоминаю вам, что пользоваться ножом дети должны... Присутствие взрослых. Совершенно верно. А что вы знаете про репку? Что она не сладкая. Она не сладкая, да. Репка – это один из популярнейших овощей, который был на Руси. Потому что раньше не было картошки. И во все блюда, в которых мы сейчас видим картошку, раньше клали что? Репку. Репку. Вот вы любите, например, картофельное пюре? Конечно. Да. А знаете, какое было блюдо раньше? Репочное пюре. Пюре из репы, да, верно. Справились? Отлично. Ну что-то как-то тихо у нас в студии стало. Куда ушли латошники? Что-то я не пойму. А вот кому репа нарезанная, репа нарезанная. А вот кому натертая морковь, подходи, не стесняйся, платочки новые. Кому подходи, ножи точу, починяю, подходи, не стесняйся. Ой, по-моему, теперь в нашей студии слишком громко и весело. У меня есть специальный корнеплод, который превращает любую веселую вечеринку... В грустную. В грустную, ну или в слезливую. Сейчас мы его будем нарезать. Нет, не хочу. Раз, два, три. Лук не режем мы! Какие вы крутые волшебницы, а! Слушайте, а может быть вы останетесь у меня навсегда на кухне, а? Я никогда не буду плакать при нарезании лука. Девчонки, ну что, с овощами мы покончили, да? Самое время их обжарить. Так, я зажигаю газ на плите и не устаю напоминать, что пользоваться плитой дети должны... Присутствие взрослых. Нальем немножечко масла на нашу сковороду. Это топленое масло, да? Да, да. На нем наше ушное получится особенно вкусным. Как думаете, разогрелась сковорода? Ну да. А почему вы так думаете? Потому что масло прозрачным стало. Верно. Выкладывайте аккуратно мясо на эту сковороду. Сами справитесь? Да. Давайте. И нам уже самое время приступать к овощам. Давайте сначала положим репку. Теперь морковку. Так аппетитно выглядит. Да. А как будет вкусно, ты не представляешь. Выкладывайте лук. Пока наши овощи и мясо обжариваются, у нас есть немножко времени, чтобы поиграть. Ой, смотрите, как у нас грязно на столе. Да. А может быть, позовем фею чистоты? Да. И она наведет здесь порядок. Давайте. Раз, два, три. Фея чистоты, приди! А играть мы будем в пословицы, которые обожают Белгородской области. Сейчас мы с вами будем выяснять, кто же из вас лучше и больше знает пословиц. Согласны? Да. Пока вы вспоминаете пословицы и поговорки, я достаю вот эту вот миску с конфетами.
каждый, кто называет пословицу, берет себе по конфете. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Бери конфету. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Хорошо. Дело время, потехи час. Это верно. Здесь на тебя не в обиде. Верно. В ногах правда нет. Это точно. На чужой каравай роте разевай. С этим я вообще никогда не спорю. Дело мастера боится. Угу. Дрова рубят, щепки летят. Угу. Волков боятся в лес не ходить. Да. Волк ноги кормит. Девчонки, слушайте, я смотрю, вы очень хорошо знаете пословицы, да? Давайте остановим эту игру, тем более, что наше мясо поджарилось, овощи уже тоже поджарились. По-моему, достаточно, правда? Да. А конфетки я в сторонку уберу. Несите, девчонки, горшочки. Давай. Готово. Осторожно выкладываем сначала мясо в горшочки. Угу. Выкладывайте. Всем? Всем, поровну. Теперь закладываем овощи. Вкусняшки. Вкусняшки. Да. Теперь нам нужно положить лавровый лист. Берите по лавровому листочку, кладите в горшочек. Так, красиво. Красиво. Что? А теперь заливаем это все кипяточком. Стой, чеснок. А, точно, чеснок. Клади чеснок. Ну, теперь-то воду можно наливать? Да. Наливайте кипяток. Делать это нужно осторожно, а лучше всего под присмотром взрослых. Все. Молодцы! Девчонки, накрываем крышками наши горшочки. Их нужно отправить на 2,5 часа в духовку, разогретую до 160 градусов. Это так долго. Ну, а что мы можем сделать с этим? Волшебство. Девчонки, а вы обратили внимание, что здесь у нас лежит еще один музыкальный инструмент? Это музыкальный инструмент? Да, вот, смотри. Такое ощущение, что это кушать надо. Да. Ого. А, музыкальный? Да. Берите ложки. Сейчас будем с вами колдовать. Раз, два, три. Горшочек вари. Открываем крышечку. Наше ушное готово! А готовили мы ушное так. Мы обжарили на сковороде мясо, отправили его в горшочек, нарезали овощи, обжарили их и тоже положили в горшочек. Посолили, поперчили, залили водой и поставили в духовку, разогретую до 160 градусов, на 2,5 часа. Дорогие друзья, это программа «Секреты маленького шефа». Сегодня мы путешествуем по Белогорию, или как ее еще называют, Белгородской области. У нас осталось немножко времени, чтобы приготовить второе блюдо. Ну что, отправляемся в игровую? Да! Метла! Где ты? Так, хватайтесь за метлу, пока я ее держу. Метла, неси нас в игровую! Оп! О, мягкая посадочка, да? Сегодня наше путешествие проходит по Белгородской области, и я рассказывал вам о разных достопримечательностях Белгородчины, да? Да. Но самая интересная местная достопримечательность – это Панский дуб. Это не только самое старое дерево Белгородской области, но еще и самое высокое. Ну и, наверное, самое большое в обхвате. Да. У меня для вас есть задание. Предлагаю вам нарисовать этот панский дуб на ваших мольбертах и наклеить на него желуди. Кто больше желудей наклеит, тот и победил. Понятно. Тогда на старт. Внимание, марш. У вас ровно полминутки. Ну что, девочки, осталось буквально 5 секунд. 4, 3, 2, 1 секунда и стоп! Давайте смотреть на ваши дубы и считать желуди. Да. 1, 2. У Даши большой дуб, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лен, мне кажется, ты в этом состязании бесспорно побеждаешь, да? Да, спасибо. Ой,
Ой, ой, кажется, нервничает наша метла. О, метелочка, неси-ка нас туда, откуда принесла. Хватайтесь, хватайтесь, девчонки, полетели. По-моему, девочки лучше управляют метлой, чем мальчики, а? Так, да. Метла, не нервничай, иди погуляй. Лети, пожалуйста, милая. Оп! Друзья мои, наша художница Лена будет выбирать сейчас рецепт второго блюда. Читай рецепт. Мы будем готовить салат из редьки по-белогорски. Натрите на терке редьку и морковь. Добавьте измельченную зелень, сахар, соль и заправьте домашним майонезом. Отлично, замечательный рецепт. А сейчас будем выставлять продукты, да? Да, поехали. Как я рад! Приготовим мы салат! Терочки, метерочки. Оп, вот терочки, так вот тетерочки. Нарезать, так нарезать, да, так. Давай на крупный будем крупный натирать. Морковка натерлась? Да. Зайцы, давайте морковку. Пересыпайте ее в мисочку, то, что натерли. А теперь берите редьку, натирайте редьку. Ого. Какой интересный корнеплод, правда? Да, необычный. Необычный. А чувствуете, какой запах идет от редьки? Да. А может быть, знаете какие-нибудь пословицы про редьку? Надоел хуже горькой редьки. Да ладно, ухожу. Хрен редьки не слаще. Да, это точно. Редька говорит, я хороша с медом. А мед говорит, я и без тебя хороша. А вот видите, какие пословицы люди про редьку складывали. Может быть, не будем класть этот корнеплод? Он будем, и не сладкий, будем, и не вкусный. Нет, давайте выбирать другой салат. Нет, так, доставайте. Добавим. Ах, да, вы какие хитренькие. И морковка тем более сладкая. Морковка сладкая. Значит, морковка украсит наш салат, да? Да. Ну, показывайте, сколько вы там за пословицами редьки натерли. О, этого вполне достаточно. Ой, какой аромат. А вы знаете, что редька была тоже очень популярным корнеплодом? Да, конечно. Ее использовали так же, как и репу. Практически во все блюда клали. Вот, смотрите. Из нее делали окрошку. Ее клали непременно в щи. Такой необычный, наверное, вкус, да? Да? А еще ее сушили, пересыпали сахаром, делали просто с медом. А вы знаете, у моей бабушки есть замечательный рецепт. Когда я болею, моя бабушка берет редьку, срезает верхушку, вырезает сердцевинку, туда мед, наливает мед. И из этого образуется сок. Да, из этого образуется сок и поможет. И он лечит, да. И он лечит. Очень полезная штука. Я непременно пользуюсь этим рецептом, когда болею. И я тоже. Пересыпайте редьку. Осталось туда добавить что? Зелень. Ну, а теперь осталось наш салатик заправить и перемешать. Держите ложечки. Спасибо. Так, пожалуйста, держите домашний майонез. Заправляйте наш салат. И начинаем перемешивать. А сахар? А, точно, чуть не забыл. Как хорошо, что вы мне напоминаете. Держите сахар, держите соль. Соли нужно положить немножко, буквально на кончике ложки. Ну, а сахара где-то половинку ложки. Пока вы перемешиваете, я хочу вас спросить, а что вы сами умеете готовить? Я умею готовить пиццу. Пиццу. Спагетти карбонара. Ага, это кексы и печеньки я с мамой готовлю. Какая вкуснятина. А ты? Я умею готовить разновидные салаты. Угу. Оливье, крабовый, цезарь. Люблю с мамой и сама готовить блины, сырники и еще разные плюшечки. И ватрушечки. Да. Девочки, ну а я должен сказать, что вы назвали не все блюда, которые вы умеете готовить. Еще вы умеете готовить ушное и салат по-белогорски. Точно, да. Последний штрих. Давайте объявим. Салат по-белогорски готов! А готовили мы салат так. Мы натерли редьку с морковкой, добавили измельченную зелень, соль, сахар и заправили домашним майонезом. Девчонки, рассказывайте, домашнее задание-то сделали? Конечно! Ну так показывайте! Лен, что там у тебя? Я сделала прихватку так. И полотенчик под горячее.
Сама делала? Да. Молодец, здорово, спасибо большое. Нет. Ну, а что у тебя, Даша? Ложка и тарелка. Это вот дощечка, а это вот отдельно овощи. Угу, ну-ка, дай-ка я посмотрю. Это тоже украшение для моей кухни, да? Да. Спасибо вам большое, девчонки. А это макробот Сильверлит. Он может запомнить пройденный маршрут, перейти в режим охраны и выполнить 50 последовательных действий. Управление макроботом осуществляется с помощью пульта. Макробот Сильверлит – отличный подарок для любого ребенка. Спасибо! Пожалуйста. Мы сегодня с вами путешествовали по Белогорью, научились готовить два блюда белгородской кухни, которые называются «Ушное» и «Салат по-белогорски». Круто! Было весело, правда? Да, да. Спасибо, очень. Что пришли в гости. Спасибо, что позвали. Да. Друзья, ну а если вы хотите стать участниками нашей программы, то пишите нам по этому адресу. Вам непременно повезет. Мы пригласим вас в гости и будем готовить вместе. Пока! Пока!